Всем доброе утро, друзья. Мы уже проснулись. Сегодня ночью, блин, какое-то было нашествие комаров. Люда оставила открытым балкон. У нас балкон открывается вот так вот. А на проветривание не ставится. Странно, конечно. Одно сплошное окно у нас. И вот дверь на балкон. Вот она закрывается. Ну, как в нормальных квартирах. Вот здесь можно ручку поднимать и открывать немножко. Оно так не открывается. Оно открывается только полностью. И поэтому залетают комары. Надо купить, наверное, сегодня фумигатор какой-то. Ну, для пластинок. Он будет хоть чуть-чуть их отпугивать. На улице целую ночь был дождь. Люден букет с дня рождения уже дохнет потихоньку. Тот, который я ей подарил. И, ай, блин, вот такой у нас цветок. Вон, комар летает. Комар летает, Люда, еще комар летает, прикинь. Комар летает еще. У нас с самого утра Муз ТВ, Мьюзик Бокс. Мы смотрим. Люда занимается уборкой утром. Вчера немножко посидели в эфире. Кстати, всем спасибо, что были с нами. Сейчас Люда будет готовить детям кашу. Мне бутерброды. Короче, Люда будет заниматься делами, а я сейчас посижу, посмотрю телевизор и положу в планшете. Да, Люда позастилала, Люда позаметала, или как-то. Ну, сегодня мы утром на улицу не идем, потому что был целый день дождь, целую ночь. Потом будет обед готовить. Потом обед готовить. Я тебе помогу, не переживай. А потом Люда выкинуть. Я тебе помогу скушать. Ладно, ребят. Всем хорошего дня. Пошел я умываться. Не знаю насчет бриться. Надо побриться, конечно. Как ты считаешь? Да, обязательно побриться. А у нас кто-то сегодня будет? Эфир у нас будет. А, точно.